Всем доброе утро. У меня три ученика с рюкзаками. Маша, Марина и Ванюха. Да, Ваня? Да, идем, короче, мы на остановку. Маша в школу, Марина с Ваней в садик. А мы потом с вами домой пойдем. Ладно, всем желаю хорошего утра и хорошего настроения. Всем добрый вечер. Марина, скажи всем привет. Мы пришли за Мариной в садик. Покажем, какую тут красоту делают. А что так долго? Так мама Ваню одевала. Ваня сегодня сам одевался. Марина, вот Марина. Делала. Да. А там тоже всякие рыбки они там делали. А здесь... Ау. Вот лисичка с каким-то шариком. Да. Ну, хорошо. Потом посмотрим. А здесь что за рисунки? Так, сейчас мы Марине найдем рисуночек. Кристина. Тима. Нету? Ну, может, мы тогда... Есть? Да. Сейчас найдем. Вот Марина рисовала. Молодец, Мариша. Красиво. Все рисунки красивые. Все поделки красивые. Ванечка там сидит, ждет, да, Ванюшка? А Мариша одевается. Я полностью ее показывать не буду, потому что она там колготки одевает. Ну, так ты ж долго не ходила в садик, поэтому без тебя делали. У нас сегодня снег опять идет. Причем весь день снег идет. Когда уже весна настанет, не знаю. Ладно, сейчас забираем Маришку и идем домой. Смотрите, как у нас снег классно идет. Да? Ваня, хорошо у нас снег идет? Ваня, мы пешком идем. Хорошо, на улице тепло. Хоть и болеешь, все равно идешь. Ваня ни в какую не хочет, да, Ваня, пешком ходить? Ваня как хочет ходить? А? На автобусе он хочет ехать. Я говорю, не, погода хорошая, пошли пешком. Он как хорошо на улице. Благодать. Снежок идет. Лужи, конечно, вот такие вот, ну. Что поделаешь? Лужи, они и в Африке лужи. Вот такие вот дела. Ладно, идем потихоньку. Пишите обязательно, какая у вас погода. У нас сегодня 0 градусов. Ветер, правда, сильный. Холодный ветер. А так, в принципе, тепло на улице. Ну, вот снег еще идет. Классно. Быстрее бы уже весна. Надоело вот это вот снег. Уже каждый день идет снег. Да. Что, Марина? Снежинка у тебя на варежку упала. Ну вот, видишь, ты теперь снежинку можешь увидеть. Красота. Хорошо, да, Марина? А, да, у меня спрашивали, нынче ли Марина пойдет в сад... Ой, в школу или нет. Нет, ребята, ей нынче только исполнилось 6 лет. Мы на следующий год пойдем в первый класс. Поэтому мы еще целый год будем в садик ходить. Ладно, шагаем. Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, мои подписчики! Хочу с вами поделиться радостной новостью. Все, кто подписан на Дзен, хочу сказать огромное спасибо вам за поддержку. На Дзене изменились правила, теперь можно от 100 подписчиков сделать монетизацию. И я позавчера подала на монетизацию. И у меня сегодня подключили монетизацию. Я очень рада, спасибо вам большое. Я понимаю, что там я небольшие деньги зарабатывать буду, да, Санечка? Нет. Но хоть какая-то копейка будет. Поэтому огромное вам спасибо. Делюсь с вами радостной новостью. И всем желаю всего самого хорошего. Всем-всем-всем доброе утро. Скажи привет. Привет. Маша в шоке. Скажет, не успела выйти, уже заставляет привет говорить. Да, шагай, шагай, Ванюшенька. Шагай, сыночка. У Вани сегодня рюкзачок тяжелый, поэтому он так идет. Ну, сейчас на автобус опоздаем, Ваня пойдет пешком. Да, Ваня? Ваня пешком хочет идти? Все, идем пешком, значит. Тогда шагай вперед.
аккуратно. Ваня вредничает с утра. Погода у нас минус 9. Давай руку маме. В принципе, хорошо. Так что всем доброе утро и хорошего дня. Так, ребят, у нас время уже 10 час. Я сварила молочный супик рисовый с рисом. Варила на сухом молоке у меня, потому что обычного молока дома нет. Я поэтому решила на молоке сухом сварить. В магазин я не зашла с утра, поэтому вот так вот. Оксаночка у меня уже села кушать. Всем-то кушать, всем приятного аппетита. У нас уже день, время 12:25. Я сейчас собираюсь, мне надо на автобус собираться и ехать на учебу. Хочу немножко подкраситься, хоть глазки в порядок привести. Помаду, вот тогда вы мне писали про помаду, в телеграме с девчонками общались. Я так себе не купила помаду. Вот такая вот я нехороший человек. Сейчас накрасимся и поедем с вами на учебу. Кофе сделала, а попить никак не успеваю. Просто белье развешивала. Тут суп молочный сварила, белье развешивала. Два раза уже постиралась, развесила все. Там еще одна стирка постиралась, надо опять развесить. Сейчас быстренько оденусь, если успею, то развешаю. Нет, значит, потом после училища буду. И сразу тут в телеграме переписываемся. Вот такие вот дела. Пишите, какая у вас погода. У нас сегодня с утра минус 9 было. Сейчас немножко себя в порядок приведем. Будем красавицами. Хватит унывать. Будем навеселее, девчонки. Не будем унывать с вами. Да ведь? Мне надо помидоры еще пикировать. А мне написали, что пока не надо, не пикируй. 29-го, ну вот сегодня как раз, будет хороший день для пикировки. Вот сегодня после училища приду и будем с вами пикировать помидоры. Фотографию где-нибудь здесь ставлю, какие они сейчас. Так что вот так вот. Что-то не масс, не тонал. У меня есть, по идее, BB-крем. Уже Света начала мне его брать. Отругала вчера ее. Я говорю, не трогай мою косметику, задолбала. Вот у меня уже и тушь, и все, что можно, отобрала. Оставьте мне хотя бы что-нибудь. Ладно, дорогие мои, пошла я переодеваться. Тут просто... В телеграме с девчонкой общаюсь. Девочки с телеграмом, привет. Я знаю, что вы тут тоже на ютубе смотрите. Ладно, пошла я переодеваться. Сейчас доделаю видео, поставлю на загрузку и пойду в училище. Все, переодеваться бежим. Так, ребята, у меня уже день. Я уже оделась. Все, бегу на автобус и едем на учебу. Погода хорошая. Тайсон! Скажи привет всем. Тайсон! 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 Мальчик мой! Все, остаешься за охранником. Ты у нас охранник хороший, защищай. Все, поехали. Вот этот злосчастный поворот. У нас, знаете, что интересно? Вот здесь вот этот поворот нисколько не очищает снег. И когда автобусы едут, вот видите колея. Они своим днищем задевают все вот это вот колея. Днище может пробить. Им очень тяжело здесь ездить. Если у меня видят дорожной службы, уберите, пожалуйста, снег, чтобы автобус ездили. А то из-за этого они быстро ломаются. Ладно, не об этом суть. Но идем на остановку и едем на учебу. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, у меня время вечер. Ну как вечер, к 5 часов уже. Я только приехала с училища, зашла домой, быстро кофе, пару глотков сделала, иду на автобус, еду в садик. Сегодня 4:30 села вот на автобус и приехала.
с училища на 5. И вот кофе попила, и сейчас бегу-бегом обратно в садик.